我叫 Rustam Ganiyev，是 Uzbekistan 人。我是中国国际管道有限公司的一名数据化员工。Азиатрансгаз – это совместный инвестиционно-строительный проект Китая и Узбекистана. Это один из совместных строительных проектов Китая и Узбекистана в рамках проекта «Один пояс и один путь». Этот проект внес большие изменения в мою жизнь. Я поменял машину, построил новый дом. Жизнь моей семьи стала лучше, чем раньше. Я познакомился со многим современным оборудованием и технологиями в EDG. Это устройство является высокоавтоматизированными и более безопасными. С помощью китайских коллег я научился эксплуатировать и обслуживать данное оборудование. Благодаря технологическим инновациям, совместным усилиям моих китайских коллег и меня, мы сократили среднее время наработки на отказ агрегатов компании до передового мирового уровня. В ETG я познакомился со многим китайским коллегам. Мы ладим днем и ночью, работаем и живем вместе. Мы друзья и большие, как семья.